Всем привет, с вами Штейн, и сегодня у нас для обсуждения целая гора интересного. Ивент воров с бесплатным дополнением и маунтом, старт тестового сервера Золотой Дороги с баном участников и огромными компенсациями, а также логичные подробности о новой системе чарописи, грядущей уже в следующем патче. Поехали, как всегда по порядку. И начнем с идущего прямо сейчас мини-ивента, посвященного преступной части онлайн-свитков. Прямо сейчас и до 29 апреля, просто зайдя в игру и получив пару простых достижений, можно бесплатно забрать себе DLC гильдию воров и ее стилизованного маунта коня. Для получения дополнения нужно просто украсть один предмет из карманов любого NPC и получить достижение «Похититель кошельков». Если воровать вам не впервые, достижения уже есть, подходят также его последующей стадии, просто топаем в кронный магазин и забираем там DLC. Для получения коня же необходимо пройти две пещеры вылазки в локации гильдии воров «Проклятие Хью». Это откроет достижение исследователя «Проклятия Хью» и возможность забрать своего бесплатного коня там же, в кронсторе. Кроме этих наград, до 29 апреля ежедневные и еженедельные свершения разбавлены специфическими заданиями на воровство, ограбление и убийство. Причем ежедневные награды за преступные свершения намного выше, чем за обычные. В сочетании с печатями за вход сейчас можно очень легко и быстро нафармить себе на крутые предметы из новых кронных ящиков, что весьма приятно. Не пропустите. Ну а теперь поехали к Золотой Дороге и тестовому серверу, где буквально за несколько дней разработчики умудрились снова наломать дров и откупиться шикарными подарками, часть из которых коснется всех игроков. Итак, ПТ стартовал в начале этой недели с традиционной американской базой персонажей, скопированной с лайв-сервера. Однако практически сразу после запуска на нем была обнаружена критическая ошибка: из-за неправильной синхронизации баз тестовый персонаж при создании появлялся сразу и на тесте, и на лайве. А напоминаю, каждый такой персонаж имеет неограниченный доступ к практически всем предметам игры, кронного магазина, а бонусом еще и по миллиарду золота и тельвар в кармане. В общем, трындец для экономики игры, помноженный на количество недобросовестных игроков, которые, разумеется, нашлись и принялись распределять полученное добро по своим персонажам и аккаунтам. Для предотвращения тотальных проблем разработчики остановили американский сервер целиком, а все учетные записи, успевшие зайти на тест и создать персонажа, были отправлены в технический бан для проведения проверки и ручного отката всех изменений. На данный момент ошибка исправлена, а американские серверы и тест запущены обратно и работают в штатном режиме. Однако из-за вынужденного отключения американского кластера посреди ивента и логичного возмущения игроков, в качестве компенсации разработчики продлили юбилейный игровой ивент для всех на 2 дня. Теперь он заканчивается 25 апреля, а значит, у всех есть шанс дофармить коняшку и прочие ништяки. Также игрокам Америки выдали по 200 печати свершений, мелочь, а приятно. Что менее приятно, так это ситуация с забаненными игроками, ибо хоть проблема и коснулась только американского сервера, учетные записи у нас в игре общие, и в бане сидят и игроки с сервера Евро, успевшие заглянуть на тест. Часть аккаунтов уже проверена и разблокирована вчера. Остальные же обещают откатить и активировать в несколько заходов в конце недели и на следующих профработах, которые обычно проходят в начале недели. Да, возможно, некоторым неудачливым игрокам вход на тест в первые его часы будет стоить неделю ивентовой игры, что много. Однако теперь совсем неудачливым этих игроков назвать сложно, ибо в итоге разработчики объявили о просто беспрецедентной компенсации. Все заблокированные учетные записи, кроме выявленных конкретно злоупотребивших багом, уже должны были получить на почту ключ на полное делюкс издание Некрома, чтобы было не так сильно скучно ждать разблокировки. В самой же игре после разбана их ждут 16 тысяч печатей свершений, а это, напомню, любая топовая награда из кронного ящика, 5 золотых ивентовых коробок, а также все 25 фрагментов юбилейного коня и все уникальные странички этого ивента: меч с рыбалки, посохи Манимарка, Сунара и Ульвара и шапка Барбаса. Тем же, у кого была активная подписка S+, обещают перезапустить ее, добавив бесплатный бонусный месяц.
Итого за несколько дней отдыха очень даже весомая награда. Даже самому захотелось ненадолго в бан. И ивент весь выходит выформлен, и Apex Mount в кармане, и месяц подписки с делюксом Некрома там же. Лишь бы только процедура разбана не затянулась, ссылку на пост для отслеживания информации от разработчиков оставлю в описании. Теперь же погнали к самой золотой дороге и чарописи. Полноценный обзор главы будет ближе к выходу, тут же пробежим по самым основным моментам. Локация, как и ожидалось, вышла огромной и красивой. Атмосфера осени вокруг главного ее города Скинграда передана шикарно. Деревья и кустарники всех цветов вокруг живописных крепостных стен и виноградников. Отчетливый ностальгичный привкус Тусента не покидал меня практически все время. А местное небольшое поместье, которое можно будет купить за 1 300 000 после зачистки главы, только усиливает это чувство. Логово уставшего ведьмака точно найдено. Кроме осени равнинной, что вокруг Скинграда, есть тут еще и более гористый биом слева, а также большая зона наступающих джунглей Валенвуда, окруженная выжженной зоной отчуждения, по которой бродят не самые приятные мобы. С наполнением тоже все в порядке, набор классический и по боссам, и по пещерам, и по подземельям, и вылазки, и паблики, и триал в наличии. Сюжет пощупаем чуть позже, пока же по атмосфере ощущения хорошие. Самая же интересная часть — это, конечно, ожидаемая многими чарапись. И, как и ожидалось, это не просто конструктор заклинаний в кармане, чтобы вы собрали имбу и побежали нагибать, а полноценная ветка квестов и сборный коллекционный движ на многие десятки часов, цепляющий большую часть игры. Для начала, после прохождения вступительного квеста, мы откроем специальную зону в подвале Айвей Школяриум. Тут находится алтарь для гримуаров, 11 уникальных навыков, покупаем их тут же у специального торговца. По одному для каждого типа оружия, один военный и несколько общих и гильдейских навыков. Каждый такой навык на алтаре можно настроить, добавив к его базовой уникальной анимации 3 свойства, причем свойства, хоть и ограничены по сочетаниям, могут быть очень разными, от отхила и бафа до стягивания, обездвиживания и даже вампирика. Каждый игрок точно сможет найти что-то приятное, дополняющее его любимый билд или класс, свобода вышла огромная. И вот если сами гримуары, повторюсь, покупаются по 50-100 тысяч у торговца после прохождения вступительного квеста, то свойства для их улучшения — это совсем другая история. Для их открытия придется попотеть. Для базовых свойств внутри Школяриума есть полноценная длинная ветка квестов из нескольких дверей. Их покровитель отправит игрока исследовать разные локации игры в поисках светящихся рун и дверей, а также заставит проходить испытания на свой выбор. Все указания, как и в старые добрые времена, оформлены в записках и книгах. Искать и выполнять это интересно. И уж точно не так нудно, как гонять по книгам магов или разломам псиджиков. Впрочем, для нелюбителей читать тоже есть поблажки. В виде опциональных диалогов с союзниками по Школяриуму, они дают подсказки и маркеры на карте, если они нужны. Прохождение квестовой цепочки откроет несколько основных свойств для настройки гримуаров, а вот остальные разбросаны по всему Тамриэлю. И вот только ЗОСам известно, сколько времени понадобится на их сбор. Найти скрипты можно будет в ежедневных квестах, заданиях гильдии магов, в боссах и даже в бесконечном архиве. А специальный классовый скрипт, добавляющий приятное свойство именно вашему классу, будет вообще собираться из 50 фрагментов, добываемых в групповых подземельях и триалах, с мастерских заказов и в другом очень разнообразном луте. Бонусом для написания каждого гримуара понадобятся специальные валюты светящиеся чернила, которые начнет падать с монстров и ресурсов после квестов Школяриума. Итого мы получаем полноценный, интересный сборный коллекционный движ с наградой в виде настраиваемых навыков. Самое же приятное то, что в отличие от псиджиков и прочих нудных веток, чарапись прокачивается на аккаунт, и для получения доступа ко всем изученным свойствам новому персонажу нужно будет только пройти вступительные квесты. Суммарно, чарапись пока выглядит отлично, ну а подробный обзор всех гримуаров свойств и прокачки будет в отдельном видео позже, ближе к выходу главы на лайв-сервера. Кроме локации и скрайбинга, глава добавит возможность перекрашивать некоторые базовые навыки из веток оружия и гильдий. Перекраски будут выбиваться за достижения в локации Золотой Дороги. Пока вариантов всего 22, по одному для каждого навыка, но, вероятно, ассортименты цвета тоже будут расширять. Мелочь, а приятно, если хочется подогнать к аутфиту персонажа еще и его навыки. Ну и да, раз уж заговорили о достижениях, Золотая Дорога повторяет путь Некрома и за свое исследование награждает игрока кучей приятных коллекционных предметов, верхушкой которых станет симпатичная маунт «Рысь дикой суши». Да, исследовать локацию и делать ежедневки, как и в случае с паучком Некрома, можно будет с двойной пользой.
Еще следующий патч, разумеется, добавляет кучу шмоток. О сетах подробно поговорим в полном обзоре, перевод местами еще кривой, а вот на мифики прикинуть можно уже сейчас. Жерелка, пассивно раздающая баф себе и дебаф врагам вокруг, циклично сменяющийся по небольшому списку, тяжелые перчатки, дающие 99% поглощения урона на полсекунды при поднятии блока, ну и самое интересное, известная шапка королевы теней, которая точно станет мечтой любого вора игры. Она при опускании на корточки подсвечивает через стены всех стражников и цели для карманной кражи. А бонусом еще и ослепляет свидетелей вашей руки в своем кармане. Воровать с ней станет на порядок приятнее. Ну и бонусом патч принесет два новых дома, огромное каджитское жилище с кучей песчаных лотков для медитации и большой пейлгой купальней, и то самое виноградное поместье, которое мы уже видели в начале. Ну и даже любители карт не забыли, новая колода Олеси будет раздавать оппонентам станы направо и налево, скидывая со стола вражеских агентов. Обобщая по первым эмоциям с теста золотой дороги, если опустить историю с банами, ощущения весьма приятные. Красивая атмосферная локация, отличные бонусы за ее изучение и полноценная игровая механика с полезными настраиваемыми навыками-гримуарами, позволяющая получить коллекционный прогресс на аккаунт, а не на персонажа. Да, она будет только для купивших новую главу, но и pay-to-win, на который некоторые пытаются жаловаться, тут пока не видно. Свойства сбалансированы и имеют ограничения, и уж точно выглядят не такой имбой, как то же кольцо дуба на момент выхода высокого острова. Так что, если вы не гонитесь за предзаказными бонусами, можно спокойно ожидать скидок конца лета, начала осени. Без скидок региональных цен покупать, конечно, стало не так приятно. Ссылки же на проверенных продавцов главы, как и всегда, ждут вас на специальной бусте странице в описании. Если появятся скидочные варианты, их тоже подгружу туда. Доступ, разумеется, открыт для всех. А на этой, попахивающей опавшими листьями ноте, у меня на сегодня и все. Пишите, что вы думаете о воровском празднике, золотой дороге и чарописи, ну и конечно же о том, что зря купили гильдию воров и не зашли на тест в первые его часы. Ну а все еще спал пьяным сном на дольмене Дишана в ожидании своего посоха, для вас как всегда Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео, заглядывайте на стримы, забегайте на Бусти, там много полезного и все бесплатно, ну и конечно же, не болейте, не скучайте. До скорых встреч!